гривень євро. Що ти скажеш? Ай, не броші. Стань. Свої броші? Ну, вже, в принципі, така вона. Красивый помидорчик, да? Это яблочко. И причем из той серии, что и клубничка, мне кажется. Видишь, это смотри. Эмаль. Да. По евро, да? У тебя есть мелочь? Может, она нам разменяет? У меня-то есть чуть-чуть, но может, она нам разменяет. По одному евро, да? А ну, покажи их пониже. Классно, да? В принципе, можно взять, да? По евро можно. Haben Sie vielleicht Rührgeld von 50 Euro Schein? Nein. Nein, weil ich natürlich habe ich ein bisschen, aber... Du hast 2 Euro, ja. Oder? Ja, 2 Euro. Ich kann keine 50 ja, Euro wegnehmen. Deswegen frage ich, ja, für uns ja. Auch bequemer. Dann muss der Nächste ja. Wegnehmen. Ja. Alles klar, danke schön. Ja, bitte schön. Hast du Zeit? Ja, hab schon. Danke. Dankeschön. Erste Kauf heute. Ah. Wir sind gleich gekommen. Ja, das war auch ja. Der Grund, warum ich da stehe. Genau. Viel Freude damit. Danke. Auch viel Erfolg beim Verkauf. Vielen Dank. Dankeschön. Первая покупочка у первого продавца, да? Я, наверное, вчера уже подумала, я больше брошки покупала. Ага. Алло. Haben Sie schon diese Vintage-Brosche verkauft? Sie haben früher in Dettelbach eine Brosche von 30er Jahren. Haben Sie schon weg? Das ist der Rest. Ja, alles klar. Ich muss mir immer schnell kaufen. Ja. Was weg ist, ist weg. Okay, alles klar. Ja, ich habe nicht gesehen, wie ich diese Brosche habe. У него, это не было там. Ага. Женщина продает все очень дешево. Видишь, какая винтажная. 2 евро, я. А зачем? А где ее повесить? Это что за металл вообще? Металл? Вешать, блин. Красивая, да? Да не два, а. Так и куда мы ее потом где? На кухне. Ну, ее можно вообще продать. Это винтажная лампа. Давай посмотрим, она не побита. 2 евро. Это надо... Я ее сейчас с машины отнесу. Haben Sie Rückgeld vielleicht? Von 50 Euro Schein. Wechseljahr. Weil wir sind gerade gekommen. Da ist. Да, да. 40, 2, 4, 6, 8, 10, 8 Vielen Dank. Vielen Dank. Also, sie kriegen noch 8 Euro. 1. 2, 3, 2, 4, 6, 7 Ach, vielen, vielen alles klar, danke schön. Die Wolle, ich nehme komplett oder. Знаешь, это 10 центов возьми вот это. Надо? А, конечно, надо. На, у меня есть. Алло, ключи. Один 14 центов. Так.
А это открывалочка, нам не надо? А зачем? На, короче. Я туда пошел. Хорошо. Да, купили лампу за 2. Эта женщина очень недорого всегда все продает. Вот у нее тоже такие. Все очень недорого. Вот всегда на всех рынках она самая недорого. Красивый, легкий-легкий такой. Обалденный. Легенький-легенький. В общем, что-то немецкое. Что-то немецкое. Кобальтовая такая. Вот и уточка. Наборчик. Und Oxenfurt. Oxenfurt auch heute gibt es. Was ist das? Ach, das ist mein Handtuch, ist das? Nein, das ist nur kalt. Was kostet diesen Besteck? 7 Euro. 7 Euro. 7 Euro. Ну, это уже ближе. Когда-то на одном был 25 просили за такой. Это такой ничего такой. В общем-то, золото, золото. Да, из Макойти. Sprechen Sie mit mir, ja? Ja, natürlich. Okay. Weil ich jetzt nicht wusste, ob Sie irgendwie mit dem Handy oder was. Da ist auch noch Gold drin. Das ist bloß in einer anderen Schachtel. Aha. Das ist nicht ganz vollständig. Den würde ich dann für 4 Euro abgeben. Die 2, das ist doppelt gemoppelt. Ja, so 4, ja. 7, 14, 18. Also für 15 kann ich Ihnen die 3 geben. Sehr sympathisch. Da ist auch noch einer, vollständig. Aha. Das wären dann 22. Also für 20 die ganzen Goldsachen, wenn Sie wollen. Aber drunter gehe ich nicht. Alles klar, okay, guter Preis. За 20 евро все вместе. Тебе дашь какой-то денег? Чуть-чуть. Не-не-не, keine Spielmaschine. Сколько ты там? На тебе по 2 и вот на тебе еще пару по евро хотя бы. Вот это, вот этот 7 евро, вот этот большой. Ага, ну шо, а все вместе за 20. Да? Я просто цену спросил. Ты только хорошо разобрался в технике милифьюри. Да, более-менее. А то я что-то не могу понять. Это милифьюри или нет? Или какая шляпка интересная, да. Это брошка? Да, но она как бы деревянная, но с какими-то... Тоже 150 лет уже. Я таких еще вообще не знаю. Я уже тоже очень много. Ага. Так, а зато она деревянная, ну что? Ну что, она зато винтажная. А это что такое?
3 евро. Ты хочешь эту шляпку? Ну, прикольно. Weißt du, was du willst? Ja. Dann kriegst du deine 3 Gulden. Und was kosten diese 2? Die kostet 3 Euro. Ja? Ja. Warum ist sie denn so teuer? Weil sie so schön ist. Ach so. Ganz einfach. Ganz einfach. Und das da? Das kostet 50 Cent. Ja? Подожди. Ja. Вот смотри, тоже, она тоже старая такая уже. Und diese? Die ist nicht so schön? Kabaschon. Die ist nicht so schön, ja. Echt? Findest du auch schön. Echt? No? Ja. Интересно, она без дефекта? Я не знаю. Ну, мне вот как-то даже ничего так, да? Ой. А, дикий капот. Ну, ладно. Ничего страшного. Was kostet die denn? Zusammen das 2,50 €. Да не, она уже, видишь, немножко начала. Нет? Бояться? Не надо. Я просто не знаю, это настоящий лунный камень или это что? Das ist Mondstein, meinen Sie, oder Kunststein? Я тоже не знаю. Das ist Tigerauge, да? Упс. Ну ладно, возьми это тоже, если ты хочешь деревянную, то и... Я тебе только что дала деньги, дай мне, пожалуйста, 1 евро. So haben Sie 1 €. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Ты думаешь? Ну, судя по внешнему виду. Я их вижу издалека. Да, КПМ, да? Просто хочется узнать, сколько они. Да, действительно. Легенькая. Тисненный фарфор и рисунок. А вот. Но это не бисквит. Нет. А кто это вам мужчина? Видно, он... А ты в руки не бери, да? Ich habe schon gesehen, ja. 12 €, okay. 12. Alles klar. Мы понимаем. У мальчика как красиво, да? Так вот сюда, поэтому, да. Я хочу, чтобы ты посмотрел, там милифьюри или нет. Ага.
Прилично людей сегодня, да? Угу. Прилично. Это новое все. Брошюшка. Это Саша, да. Ist das Mille Fiore Technik oder nicht? Bitte? Ist das Mille Fiore Technik oder nicht? Ja. Ja? Mit was? Mille Fiore. Mille Fiore. Ja, genau. Aus Italien? Ja. Und was kostet so einen? 2 Euro. Und das raus, du, ja. Это стекло, 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 а вот это что? Скажи мне, фрау, это 48 евро стоит. Ты была бы 10 евро. Да? Это Бернштайн? Бернштайн, или Бакелит? Да, Бернштайн. Бернштайн. Да, это вот это. А ты überlegst, soll ich verkaufen, soll ich nicht verkaufen? Ja, wenn man nicht mehr trägt. Хочет 10 евро за них. А автомат выкавит шада, то минимум или 10 евро, не? Я кла. Это гематит? Нет, гематит вот это черный. Может и гематит. Ну за 10 евро, я вот так подумала. Ну так, чтобы оно не сильно к сердцу пришло. Так, конечно. Не могу понять. Но если бы я точно знала, что это не Лифьюри. Вас косты, да? А у тебя евро, але с тебя евро. Да, да, да. Да. А за ты мне должен сказать, это не Лифьюри? Не, я не думаю. Я думаю, что у тебя это абсолютно Китай. Блау, это шейн, вальда, это либерали, не? Это, конечно. Ну, да? Ну просто здесь есть, конечно, красивые эти элементы. Ну это китайское. Да? Пойдем. Радио, мит, аларм, лека, алис. Лека, да? Алис, комплека. Радио. Ура, да? Ну, может, мы смотрим, что это под шахтовки. Wieso? Das brauche ich nicht zu verhelfen. Ach so, meinst du das? Ja, ja. Ich hab da das erste. Das ist ja alter Sprung, ne? Ja, ja, ich hab das erste. Ach, тут горы. Это пуговицы, да? Да. Да ничего такого. Вот это блюдо 70. Fall schon mal mit. Ich tue meine Tüte, ne, oder? Mal. Mach. Viel Spaß. Bis bald. Linie, was will ich für dich? 10 Euro. Oh ja, die ist ja selber. Ja, ja, das ist selber. Ist, was für deine Arbeit ist? Ja, den ganzen Tag saß die dran. Euro, das reicht nicht. 10. Was kostet diese Hals? 3 Euro. Ну, есть что новое. Йо, да. За 2 не купить? Да, зачем? Да. Это все новое. Ты так писала, что я не могу ни вещи взять. Да, конечно.